Меня зовут Михаил, я работаю главным ветеринарным врачом в сельском хозяйстве. Мой рабочий день начинается с 7 утра. Непосредственно составляется из того, что делается объезд всего хозяйства, клинический осмотр поголовья, диагностика и непосредственно в дальнейшем лечение. Моя карьера началась в 2009 году. Я работал с крупнорогатым скотом, коровами, телятами, мясной и молочной продуктивности. Моя профессия мне очень нравится. Занимаюсь, тружусь очень охотно. Животные, как и человек, непосредственно очень быстро привыкают к обслуживающему персоналу. Это особенно молодничок, телятка. Очень щепетильно реагирует на появление и ветслужбы, и зоотехнической, и также структуры по осеменению. Поэтому иногда очень интересно у них проявляется реакция поведения при появлении человека. Некоторые стремятся непосредственно к близкому контакту, некоторые испуганно убегают. Ну, в общем, ситуация такая, что приятно работать, даже больше понимают, чем людям, и относятся очень хорошо. Данному теленку 15 дней. С первых часов жизни он переводится в индивидуальные домики. В дальнейшем он здесь содержится 2 месяца, получает профилактические обработки и вакцинации, и в дальнейшем переходит в групповые клетки для содержания на доращивание. Самые приятные моменты в моей работе – это когда непосредственно животное спасаешь от смертельного исхода. Животное дальше реабилитируется и приходит в свое нормальное здоровое физиологическое состояние. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.